Если человеку плохо, неспокойно, грустно, тревожно, ему тревожно, это значит, что он волнуется, что в будущем все будет плохо. Если ему тоскливо, то есть грустно, и он не понимает, почему, мы можем сказать, что у него кошки на душе. Что же делают кошки у него на душе? Может быть, они лежат? Нет, не лежат. И не стоят. И не сидят. И мы не говорим, что они на душе бегают. И не говорим, что они на душе прыгают. Может быть, они на душе мяукают? Нет. И не ползают они на душе. Кошки часто царапаются. Они кого-нибудь царапают. Но мы не говорим, что кошки на душе царапаются или царапают. Для такой ситуации это слишком слабо. Конечно, обычно кошки царапаются, но на душе они скребут. Мы говорим, что у человека кошки на душе скребут. У него кошки на душе скребут. Или кошки на сердце скребут.